Всем привет, друзья, с вами Андрей и Максим. Итак, сегодня третий выпуск карантинного турнира, у нас Pro Evolution Soccer, и мы начнем мы сегодня с паков, потому что у меня есть 100 звездочек, таких, я не знаю, как они называются, эти G-поинты какие-то, и мне еще дали бесплатно вот три иконы, вот, именно Баварии. Здесь мы можем выловить Оливера Кана, Святовского, любимого футболиста, Бекенбауэра, и все, две иконы, понял, да, 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 и вот, типа, а, ну вот еще какая-то икона. Кутиньо. Эльбер, я не знаю. И все вроде. А так, что? Дурачки следующие. Что? Он легенда Баварии. А почему еще Матич здесь, Бен Ид? Ну ладно, это просто. Отстань, это а это просто? А, нет, тут еще. А, ну тут вот как. А, и сколько здесь можно выловить? Типа одного только? Да. Один игрок уровня первого. Давай на твой факт, кто первый открывает, по очереди. Ну все, да. Здесь мы просто типа чисто на паке. Раз, два, три. Раз, два, три. Я думал до последнего. Давай, тут ты можешь нажимать X? Нет? Да. Тут не делается. Нет. Здесь зато красиво. Ты вообще видел, как это происходит? Или не видел? Вот смотри. Мы отправляемся в Англию. То есть это не игрок Германии. Это золотой мячик. То есть хороший игрок. Это Джака, наверное. Это Азил. Смотри, какой он в пумовский? Красивый. А, не, Белерин. Смотри, какой графон вообще. Ну. Как кожа, смотри, вообще. Белерин 80. Вены моя видел, форма, моя форма Манчестера. Вены видел какие? Видел, 83. Я его Хектор. Добавлю куда-нибудь, это может, Хектор. Уберу. Ну что, погнали я. Я хочу... Сейчас я бы защитника Бекенбауэра был. Кан мне не нужен, типа, чисто. Так. Опа, а это что, это Франция, ладно. Бен Едер, наверное. Блин, а, не, у меня вообще хреновый. Серебряный игрок. Эммон. Играет в... Что это, блин? У карта Европы, что такое? Российский флаг, да ты... Российский. Отдай. Отдай. На. Я тебе верну. А я за монеты куплю. Последний. Смотри, сейчас Италия. О. О, икона, 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 это икона, левая нога, это походу, нет, или да, это не икона, это просто черный игрок, это Алаба, нет, черный мяч, типа, я про мячик имел в виду, а почему, типа, вот такое представление, а, понял, такое представление, потому что, видишь, другие лиги Европы нет уже, типа, в Бундеслиге, в ПЕСе, а Германию, типа, просто не могли бы показать, 8-6, кстати. И сейчас я вытаскиваю Бекенбауэра. За монеты My Club называется. Сейчас, сейчас, все будет. Италия. Нет, в Испании. Это что? Это... Не, вот это что реально? Это Шотландия. Да. Ты такой, интересно, что? Ну ты чан. Ну, что? А почему так какой-то флаг вообще это не шотландский был? Или шотландский все-таки. Там вообще какие-то цвета. Ну, так, все. Мы сделали. Можешь лучшего агента открыть? Там три игрока вроде должно быть. Фиг, да. Как, кого будешь открыть? Давай мне защитника. Мне нужны просто защитники. Так, я не знаю. Нормально, да. Тут типа вообще хреновые игроки могут. Абсолютно Мари. Любые. Сейчас тут... Месси. Здесь абсолютно. Смотри, в защитниках Месси. Это Китай? Это вроде Китай. Может и Россия. Может, нет, это Китай, скорее всего. Ой, какой мужчина. А, это Саудовская Аравия, Майкон. Центральный защитник, ну. Замечательно. Спасибо. Там еще сейчас... Рафаэль Толой, Вейналдум на минималках. Ты видел мою команду? Ты видел мою команду в Pro Evolution Soccer? В Ultimate Team. Ultimate Team? Да, смотри. Я серьезно, это моя команда. У меня есть Бекхэм, у меня есть Каутини, у меня есть Роналду 96 ЛН. Командный дух 98. Да. А, все. Все, спасибо, что вы посмотрели. Пока. Так. Местный матч. Новый шанс да. Просто. Что вы. Что? А, ну вот. В матче. Да пофиг. Я надеюсь. Ты же можешь управлять? Да. Ну все. Я знаю, кого ты выберешь. Ну да. Ну я не хочу!
Не хочу. Получилось случайно. Когда вытребовался. Так, план игры. Используй. Налево. Куда мне пойдет? Так, будешь играть? А. Окей. Опа, Месси 95-м сделал. Так, Гризман, что? Ты куда его двигаешь? Я не знаю. Сюда, наверное. Пусть 87-м будет мне слава. А можно я Буфона в нападении? А можно я Ракитича уберу, которого хотят продать? Потом я выставляю Суарес. И вот так. Здесь был Мальком в прошлом году, вот я за него прям играл. Чуми есть. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. У меня очень странная схема, вы ничего не смотрите. Я даже не смотрю на эту схему. Ты посмотрел. Ты сейчас сидишь и смотришь. Это единица. Ты единицу построил. Только с каким-то Дерштейгеном еще. А он даже не берет сюда просто. Все. У меня единица. Ну, а как у тебя восьмерка какая-то. Как мне нужно? Ура! Я надеюсь, сохранилось все. Стадион. Мы будем играть на Баварии. Альянс Парк. Пофиг. Не Бавария. Формы. Можешь себе повыбирать. О, а, нет? На. Нравится? Нравится, нравится. Или домашняя просто? Нету. Вот эту? Да. Ту-ту-ту-ту. А вот сейчас я не знаю насчет твоего управления, потому что у тебя может быть удар и навес поменяться. Потому что это Pro Evolution Soccer. Тут да, нестандартно. Да, тут надо альтернативу тогда ставить. Выпускают каждый год вообще конвейер какой-то. Кто? Не, они типа хотя бы хоть что-то делают иногда. Здесь хотя бы можно... А, ну тут я правильно пришел. Это же типа стадион Ювентуса, да? Вот это вот написано. Опа, подача. Да ты видел, что он бил как? А что, кто у тебя на воротах? Я не знаю. А кого ты поставил? Нет. Да? Ты Буфона поставил? Я думал, что у тебя 77-й какой-то номер на воротах. Не, он изначально ставил. А что ты нечестный поставил? Блин, через вратаря. Оле! Блин, дебил. Хороший опыт в Европе. Я еще хочу на это посмотреть. Давай посмотрим на этот дебил. Чпунь. Еще Буфон психует такой. О, Роналду с этой, кстати, уже здесь изменил. Косичка играет. А для вот этого? Я думал, он меня побьет, там так хорошо летел, они бы на этом видно будет, наверное. Ну, одна ошибка в матче. Мало я смотрю что-то по времени, поэтому мы играем второй матч, здесь уже этот АПЛ. АПЛ. Опять Олен. А тут сейчас будет какое-то обрамление премьер-лиги? English лига, видишь? Тебе сверху написали английский. Оп, оп. Пенальти. Ну это пенальти. Ты видел? Да, ты меня сбил. Кого нет-то? Нет, да зачем ты это? Надо было посмотреть. Ну как глядите в сраку, там пенальти было стопроцентно, да. Дай. Пенальти. Офсайд? Да не было там офсайда, да я пенальти. Что? Какое нарушение? Ты просто сейчас не скипай, да посмотри, что я сделал? Я на ложном убирал. Ты шо, дебил, ты моего ударил? Он сам. Блин. Ну, смотри, руки такие. Я спрятался. Да не прошло еще 4 минуты. Короче, я добежать. Единственный гол был забит в двухматчевом противостоянии. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Получается, уже 3 победы у меня из 4, так что Максиму просто придется доиграть. Да, уже. Да. Так что с вами был Андрей. И Максим, всем пока. И Pro Evolution Soccer 2020 Lite. До новых встреч, друзья, всем до свидания.